Ну что, ребят, продолжаем трешечок на этом же аккаунте. У нас куча коробок, куча чар, которые можно использовать. Надо героев немножко подкачать. Вытащили мы, блин, кайфовых героев. Давайте улучшим сразу навык. Сколько у нас там хватит? Не хватает, ладно. Определиться потом сам, не буду трогать. Так, в общем, мы закончили на том, что у нас выпала ремка. И сейчас мы посмотрим, кому эту ремочку можно поставить. Так, тыковка у него топовая уже. Ронин, стрелок. Ремка. Я бы на Асуру, конечно, ремку бы поставил. На Ару ремку тоже. В принципе, и на Ару ремка нужна ему. Так, смотрим еще на Хрона. Это не настолько критично. Ремка есть такая. Так, кто тут Афина? Блин, на Афину поставлю. Будет тащить по локациях однозначно. Поехали дальше. Открываем коробочки. Так, бог войны. Бог войны. Так, четверка поставим сюда. Пусть будет тут. Пятерка. В общем, трэш полный. Рвение. Можно поставить на Рину. Пусть будет. Так, стойкость на Асурика кинем. Пока временно вместо корки будет получше все-таки. Так, так, дерево, валька. Еще надо. Там можно на допа кинуть. Так, кто у него тут без пятерки? Так, у него еще рогатка есть. Давайте на черепа кинем пока. Поехали дальше. Ажива пойдет, ребятушки, у нас на Агния Крыла. Почему, я даже объяснять не буду. Если хотите знать почему, посмотрите видосики по огнику. Это огонь будет ему самый универсальный огник. Пакт. Блин. Пакт. Вот это незадача. С чем у него буги? На буги я бы не стал тратить его. Я, наверное, ребят, пакт поставлю. Все-таки солью ему на Фрейе. Потому что для Фрейки это будет реально топчик. Анубиса я бы не стал делать. Анубису мы поставили и так топовый талант. Да. Ведьма. Светом. Да, поставим сюда. Сделаем Фрейю с пактом. Все-таки бог войны, а вот пакт есть пакт. Простите, но восьмой талант сливается. Так, огненка, отлично. Огненка идет у нас на... Можно было бы на Бигфута поставить. Но она у нас пойдет вот сюда. Поехали дальше. Вихрлёва. Где-то сейчас сюда в конец запиздячим. Изворот, блин, тоже кайфовая тема. Но не настолько актуальна, как хотелось бы. Поставим пока на нее. У него все равно тыковка топовая. Так, берс. Берс. Даже фиг я не знаю, на кого его лепить. Так, блин, будут новые таланты или нет? Так, let's go, приговор. Бог войны. Бог войны не настолько актуален. Так, отлично. Химка. Если... Ой, говорю, химка. Крутитель стоит. Дом. На всякий случай кинем. Пусть будет хоть на купе. Замедло. Так, поехали дальше. Опять огненная защита. Отлично. Так, он с огненкой.
Стойкость. Ставлю сюда вместо этого, будет получше, чем берс. Просветик. Просвет, просвет, просвет. То, что сразу не выпадал. Ставим так. Так, еще один бастион. Отлично. Это радует. Баст. Баст, баст, баст. Кто у нас на басте из героев интересный такой? Можно, в принципе, рогатки поставить, как вариант. Но и Будичу тоже баст неплох. И Фрэнки. Так, еще баст. Или на Гаргула поставить, но я не хочу особо трешивать. Так, просвет немножко недокачанный. Блин, что ставить на ведьму? Изворот здесь. Варлок, бог войны. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Поставлю сюда. Пусть будет лучше такая. Так. Ищем химка. Есть у него, нету. Да, для химочки. Не вижу. Вот он есть. Пусть будет пока так. Душек так. Опять огненная защита. Да что ты сделаешь-то, а? Ставим пока на Тессу. Вот я разбрасываюсь талантами, да, ребят? Так, бог войны на шапку ставим пока временно. Бег. Опять этот бег ролеванный. Что ты с ним? Отлично, еще один бастик. Еще один бастик у нас есть. Круто падает с коробок. Я вам скажу, очень даже круто. Я поставлю, наверное, это рогатки. Так, гнев. Гнев, сейчас мы эту доку сольем. Так, еще один ожог. Ожог, ожог, ожог. Ставим так. У него, в принципе, Ронин с ожогом уже есть. Ой, отлично, СО. Уху-ху-ху-ху. Блин. Что делать? СО, СО, классная вещь. Можно поставить Асури. Можно поставить Рину. Можно поставить, сделать топовую. Ну, я бы на Гаргула, наверное, не тратил это. Поставим. Ну, рогатка с бастом хорош тоже будет. Так. Панубис, ворожей. Ворожей тоже, в принципе, можно оставить. Стрелок. Я поставлю все-таки на бига. Это будет более правильно. Так, дар жизни. Дар жизни поставим вместо стойкости. Это получше будет. Каменка. Каменка нам сейчас не особо нужна. Но поставим сейчас вторым талантиком сюда. Трэшечок, ребят. Полный трэш. Так, бог войны. Бог войны — это немножко уже не актуальный талант. Даже для его аккаунта, я вам скажу, он не особо актуальный будет. Так, поехали дальше. Стойкость. Стойкость, стойкость, стойкость. Ну, тут надо уже кому-то такому лепить ее тут. Индия, пик. Просто поменяем так. Опять просвет. Блин, чё он сразу не падал? Так, кого он тут качает, интересно. Дерево еще одно почему-то открыто. Не знаю почему. Поставим сюда. Смысла сюда нету, у него уже 200-е. В принципе, он и так получит. Так, Валька, малыш Ник.
Ставим на малыша Ника, пока пусть качает, книги получит быстрее. Третий бег, ребятушки. Это не просто так. Отлично, ремочка. Это оно. Это мне нравится. Так, варианты. Сразу смотрим. Афинку сделали, Леди Лео. Блин. Ну, вариант я вижу Леди Лео ставить ей. Также, в принципе, и на Хрона неплохо было бы. Поставим на Хрона. Ему надо будет для некоторых локаций, чтобы он включался сразу. Так, ТУ. ТУ это сразу на допо ставим. Заморачиваемся. Кстати, на ледяху надо тоже будет поставить. Так, разбросик на деда. Так, ну все, пошел полный трэш уже. Полный трэшачок, ожог. Давайте сюда поставим. Не особо хочется уже, конечно, дальше вот это все менять. Почему? Потому что утекание, блин, тоже классная вещь. Я думаю, я на этом остановлюсь. Я оставлю ему коробки. Возможно, потом мы еще к нему зайдем на аккаунт, еще кого-то прокачаем, потому что, ну, это уже называется пустая трата талантов. Я считаю, что мы ему офигенные таланты выбили. Поехали дальше. Смотрим снарягу. У нас есть 55 коробок, ребят. 55. Так, пиромах. Это ворожей. Анубис. Хранитель. Череп. По-моему, вот тут есть. Дракула, Ара. Блин, на Ару ремку надо еще поставить. Смерть. А у него не так уж и много для чар. К сожалению. К сожалению, да. Ну, что зависло? Да. Вот поэтому мы с чарами тоже коробки мы тратить пока не будем. Давайте на Анубиса поставим. Попробуем сейчас пару так повыбивать. Поменяем то, что есть. Он не вкачивал, видно. Так, передача на Анубиса. Поменяем. Так, 5-5. Это надо ставить на того, кого будут хорошенько так атаковать. Можно, в принципе, на Фрай было бы поставить. У него есть на Бигу. Поставим на Бига. У нас Биг будет очень интересной сборки. Так, плюс 25. Ой, говорю, плюс 25. Ну, это я тоже оставлю. Он уже потом себе определится, на кого поставить. В принципе, можно поставить на Варлока. Так, ну все, то же самое. В общем, вот так вот, ребятушки. Такой вот трешечок. Пишите комменты, лайки, репостики. Думаю, еще вернемся к этому аккаунту. Всем удачи, всем пока.